Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно мои команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. Пожали руки. По углам. И это первая пара восьмерки. Да. Смотрим. Очень хороший бой. Мурадбек Касымбай, мы знаем то, что известный боец в Казахстане, за него большая группа поддержки. Да, дрался с Персом, у него бой был. Амирхан. И говорят, что близкий бой это был. Да, ну я не судья, но мне показалось, что Касымбай выиграл тот бой. Но судьям виднее, наверное, я не знаю. Ну, а Амирхан Оев сам дрался по ММА долго. Ой, как да, плотно начали бойцы. Очень плотно попал. Амирхан сам тоже дрался с Азизханом в Чоршанбе. Крайний бой, по-моему. Который также будет выступать на хайпе. Да, да. Очень интересный бой. Да, двигаются бойцы. Да. Оба работают в правосторонней стойке, что стоит отметить. Левая рука у обоих находится сзади. Я в соцсетях смотрел, ой, больше акцент на бокс стоит. Кажется, он с Алик Коуч, да? Да, Алик Коуч работает с ним. Да. Мы видим его как раз в углу. И вот сейчас можно увидеть, как закидывает свой джеб Мурадбек Касымбай. Да, выцеливает хорошо, он им, очень хорошо в то время как в основном Оев делает акцент на боковые плотные удары. Да. Двигаются бойцы. Касымбай занял центр первым клетки. Номером, да, очень хороший бой. Там, прям плотно, да, плотно. Да. Мы видим то, что Оев заряжен. Пытается он выцелить соперника. Но не двигается на ногах, постоянно находится в такой статичной стойке. Да. Все-таки видно, что ребята изначально именно бойцы ММА. Бойцы ММА, да, и хочется им ноги пройти, да? Да. Оба пугаются, когда соперник немножко наклоняется. Да, да. Ну, а если кроме шуток, то ребята плотно сейчас показывают. Да, очень плотно работают, но это немного другая работа. Люди думают, что это бокс. Но это не бокс, ты уходишь, кто-то думает, да, ты, там, это как на улице уже. Там. Думаешь, что это легко. Ой, хорошо, Касымбай попадает. Плотно очень. Очень пока. Плотно. И заканчивается первый раунд. На мой взгляд, Мурадбек, наверное, да, более. Я думаю, что забрал этот раунд. Да, точно. Ол соға қарайынан алдың ол бақыр, аржық елін жатыр. Можна я ходу, да? Ты очень плохо защищаешь. Ты когда бьешь в размене, не отсюда руки, отсюда руки в размене. Понял? Послушай меня. Ты садишься вниз, и отсюда ты начинаешь бить. У тебя руки не опускаются, руки здесь должны. И не надо ждать теперь, пока он. Ты вот чувствуешь, он хочет ударить. Сам встречай его с ударом, ты не понял? Кто, наверное, будет лучше функционально готов, тот заберет, на мой взгляд. Да, большая вероятность, что функционалка сыграет. Александр Сидорин объявил работу, и бойцы начали двигаться. Ой, как хорошо, сейчас двойки, начиная, причем с обратной двойки. Сначала кинул левый, а потом правый, прямой Касымбай. Касымбай тоже каждую неделю, кажется, дерется уже. Да, боец часто участвует этот, в разных промоушенах. Недавно, сейчас, да, по боксу он. Да, совсем недавно у него был бой по боксу, пока не вышел, еще не будем озвучивать, но бой хороший был. Да, действительно, смотрю, аж сам слова теряю, потому что плотность боя большая и интрига присутствует. Я аж подпрыгиваю, когда попадания такие. Причем многие видели здесь победу Оева, а нет, сейчас Касымбай так занял вот прям центр октагона. Первым номером работает. Да, и очень хороший у него джеб. Да. Прям держит он руку близко к сопернику, таким тычковым джебом попадает. Да. Вот сейчас хорошо опять. И уходит сразу с линии атаки. А Оев более статичен на ногах. Не удается ему все время успевать за соперником. Оев пока более что. Как боксер боксирует. А тут надо чуть немного по-другому, на мой взгляд. Нужно чуть с клинча бить, прижаться, толкнуть, что-то вот такое сделать. Ну и, конечно, надо добавлять футворк, потому что соперник постоянно поджимает, да, и надо уходить с линии атаки. Да. Есть для нас такая слепая зона. Видим, ой, попадает, это нокдаун. Это попал. Пропускает сейчас Амирхан Оев. Пропускает плотный удар. Мне не кажется, немножко он потерян. Да. Но сейчас мы это увидим. За нос хватается. Амирхан, кажется, пропустил. Ну и я думаю, что Мурадбек Касымбай сейчас почувствует кровь.
Еще точное попадание с левой. Амирхан, ой-ой-ой. Вот уже пристреливается Касымбай. Дается ему много Касымбай в этом бою. Касымбай уже перебивает, Амирхан просто идет вперед, дерется. Идет вперед, да, и немножко... Надо чуть собраться. Без раздергивания идет вперед, да, просто да, открыто. Еще точное попадание. И видим мы сечку над правым глазом. Да. Вау, что происходит? Ошалеть, это что за... Вот это бой. Только к тебе подходит. Сюда. Ты сразу, Юр, полотенце. Ты сразу начинаешь бить комбинацию. Понял меня? Да. Ну, забудь сейчас все, что произошло. Попробуй обмануть это состояние. Корма, аркол, корма, аркол, кормить мура. А у нас аркол, бака, урцина, корма. Аркол снизу, аркол снизу. Ты тупожаришь, мы? Третий раунд этого насыщенного боя. Многие мне говорили, что Амирхан вообще не почувствует, хотя я всем говорил, что не стоит недооценивать. Касымбая, да? Касымбай очень с характером. Касымбай, видно, подготовлен. Да, он да. понимает, что делать. Да. Дергают, раздергивают бойцы. Стал уже более подвижен. Сейчас Коев опять пропускает. Натыкается он постоянно на джеб, на переднюю правую руку. Касымбая. Амирхан дает работать первым номером, нужно ему переключиться. А сам. Вот тут вот сейчас был на колено, на колени, третья точка касался канваса Касымбай, и Лоев продолжил свою атаку, но все бывает в порыве схватки. Винить бойцов в этом тоже нельзя. Да, на эмоциях. Самое главное, чтобы они это понимали после того, что... После боя, они... что это просто эмоции, да, что это ничего личного. Чтобы не переходили уже на личную историю, согласен. У него такая разведывательная история. Да. Уже статично. Два раунда взорвали. Ой-ой-ой, вот сейчас. И вот сейчас, ой, по-моему, подловил. Да, снова. Ой, вот сейчас хорошо, хорошо двойку. А ему так и надо, если он хочет дальше пройти. В этом турнире ему надо идти ва-банк. Потому что по очкам ему будет сложно выиграть. Учитывая тот нокдаун. А это мы знаем 10-8. И вот сейчас вот опять своим джебом Марадбек. Ой-ой-ой, обоюдка пошла, опустил вот это бой. Амирхан, ой, еще попадание. Амирхану нужно что уходить. Что же мы видим? Застаивается, да, действительно. Нужно поблагодарить организаторов, они нам подарили действительно крутую восьмерку. Я не знаю, куда Касымбай... Ой-ой-ой, еще надо. Что ты не знаешь, что куда Касымбай? Ну, я бы, например, вместо Касымбая уже еще спокойно работал, а он еще... Еще пытается нагнать темп, согласен. Да, согласен, молодец, что молодец. Здесь бойцы свои выходят, деньги отбивают, зарплату свою. Здесь ребята работают. Касымбай молодец. Удивил нас сегодня он. Да, мы говорили, что совсем недавно... Да, хорошо. Еще одно попадание. Совсем недавно прошел в бою Касымбая по боксу, и вот сегодня он уже здесь. Амирхан очень много напропускал ударов. Дай бог здоровья. С точки зрения урона для него сложно было. Молодцы, ребята, на самом деле. И уважение нет ни у кого. Самое главное. Я первый. Это очень важно. Это всего лишь спорт. Подрались. Второй. Это первый стой меня. Сейчас большой урок дал. Ты молодец. За счет этого мы любим спорт. Сомневаюсь, что кто-то вообще покажет бой лучше. В этом просто нереально завораживающем бое победу единогласным решением судей одержал Муратбек Касымбай.